Пилотный проект «Безопасные окна» реализуется в городском округе Люберцы. Акция призывает родителей внимательно относиться к своим детям. Сотрудники администрации приходят домой к семьям, в отношении которых комиссии по делам несовершеннолетних организована профилактическая работа и которые находятся в трудной жизненной ситуации. В квартирах этих семей специалисты устанавливают блокираторы на окна. Эти устройства помогают предотвратить выпадение малолетних детей. У нас две отметки ловятся. Закрываем, поворачиваем ручку, нажимаем на кнопку. Окно у нас закрыто. Блокираторы на ручках – гарант спокойствия родителей. Устройство не позволяет малышам открыть окно. Ребенок остается в безопасности. В сезон открытых форточек блокиратор появился и в семье Румянцевых. У Екатерины четверо детей. За всеми углядеть, говорит многодетная мама, просто невозможно. Мы живем на 13 этаже. Вот, это, конечно, небезопасность. 24 часа в сутки я за ними следить не могу. Естественно, конечно, я переживаю. Очень хорошо, что мне установили ограничители на окошке. Спасибо за то, что предоставляют такую возможность. Блокираторы устанавливают бесплатно. Их приобрели в рамках акции «Безопасное детство» для 53 люберецких семей. За последние 3 года в Подмосковье из окон выпали более 240 детей. 38 из них погибли. 203 получили различные и часто очень тяжелые травмы. Многие из этих детей остались инвалидами. 64 малыша упали из-за того, что облокотились на москитные сетки. Обеспечение безопасности детей – главная обязанность взрослых. Когда дома маленький ребенок, каждую секунду нужно быть начеку. Не оставляйте своих детей без присмотра. Если дома ребенок, старайтесь открывать окна только в режиме проветривания. Не ставьте мебель рядом с подоконниками. Малышу так будет легко забраться на него и открыть окно. Не надейтесь на москитные сетки. Они не смогут выдержать вес ребенка. Использование специальных замков или решеток на окнах – элементарная мера безопасности, которой не стоит пренебрегать. Маленькое устройство поможет сохранить самое ценное – жизнь и здоровье ребенка. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.